Здравствуйте! Разберем задачу реакции с полуреакциями хром в нейтральной среде. Задача: натрий-2С плюс калий-2-хром-2О7 плюс вода. Натрий-2С восстановитель, калий-2-хром-2О7 окислитель, вода, среда. Но среда здесь не совсем нейтральная, а слабощелочная, потому что натрий и калий – щелочные металлы. Во что же превращается? Восстановитель превращается в правой стороне С0, а окислитель хром-2О7 превращается 2-хром-3+. Почему 2 сразу ставим? Потому что калий-2-хром-2О7. 2 в правой стороне, значит 2 и в левой стороне. Теперь пишем полуреакцию на восстановитель. Сера С2- превращается в С0. Заряды. Смотрим. В левой стороне минус 2, в правой 0. Значит, нужно отдать 2 электрона, чтобы было по нулям. Следующая полуреакция окислителя хром-2О7, 2- превращается в 2-хром-3+. 2-хром. Почему 2? Потому что хром-2О7. Теперь смотрим баланс кислорода по нейтральной и слабощелочной среде. Кислорода больше в левой части, меньше в правой. Следовательно, смотрим по таблице: в левой части H2O, в правой OH. Чтобы уравнять, надо теперь кислорода и водород. Хром уравнен, кислород 7, значит, нужно перед OH поставить 7. Но тогда 7 надо перед H2O поставили. Получается у нас 7-2 14. Значит, ставим перед OH 14. А можно и по-другому. Правило существует расчета группы OH. От большего числа кислорода в левой части 7 отнимаем меньшее число кислорода в левой части 2-хром-3+. Его совсем нет, значит, ставим 0. И умножаем на 2. Получается 14. И вот эти 14 мы ставим перед группой OH. Теперь заряды уравниваем. В левой части хром-2О7 2-, значит, минус 2 зарядов, а в правой части 2-хром-3+, плюсовых 6 и 14 минусовых. Отнимаем от 14 6, получается, остается минус 8 зарядов в правой части. Отнимаем от 8 2 и надо, значит, прибавить 6 электронов. Теперь ставим коэффициенты. 3 перед серой и 1 перед хром-2О7. Потому что 6 и 2 сокращаем, получается 3 и 1. И эти коэффициенты. Теперь складываем эти две полуреакции, умножая на коэффициенты. 3С2- плюс хром-2О7 2- плюс 7H2O получается 3S0, в осадок пошел, плюс 2-хром-3+, и плюс 14OH-. Теперь под анионами ставим катионы и наоборот. Под S2- ставим 6 натрий+. Получается 6 положительных, 6 отрицательных зарядов. Под хром-2О7 2- ставим 2 калий+. Получается 2 положительных, 2 отрицательных заряда. Молекула нейтральна. Все это переносим, 6 натрий и 2 калий, переносим в правую часть и ставим под хромом и OH натрий и калий. Соединяем все это и пишем молекулярную реакцию. 3 натрий-2С плюс калий-2-хром-2О7 плюс 7H2O получается 3С стрелочка вниз плюс 2-хром-OH трижды плюс 6 натрий-OH и плюс 2 калий-OH. Проверим теперь кислорода в левой и в правой части. Кислорода 7 и H2O тоже 7, 7,7 – 14. Теперь в правой части 3жды 2 – 6. Теперь 6 натрий-OH и калий-OH – 2.
и тоже 14. Значит, реакцию написали правильно.